Вон, видите, что все жужжалкой целыми днями. Вот на машине затарил, повез. Лада, Нива, 4х4. Видишь как? Овечек в своей форме. Старелка не ходит по кругу. Около 100 овечеков. По-моему, купаться. А куда им еще? А может быть и на рыбалку. Ирина. Все. Пока хватит. Тебе это не полезно? Что не полезно? Надсадно. Само полезно, легко. Да хочу это. Костя-то Игорь не может разве? В нашем огороде накосил и привез. Ну я сейчас даю, которые стоят у меня. Здесь он не может, здесь опасно, он здесь что-нибудь налетит, он берегет. Где видно, он там прокосил вот это. А здесь уже я. Понятно. Вот это Володин. Дом Калашников бывший. Все это покосил. Тут, конечно, надо вручную вырубать его. Овечки-то любят лопухи? Конечно. Я приду, сейчас я его вырублю. Ну, поруби. А? Поруби. Сейчас приду, это мне делать нечего. Ты только на той стороне вон там можешь брать где. А я приду сейчас с лопатой и вышибу все это отсюда. Отвезу. А ты туда проехал, не видел нас? А мы с Давыдом сидели, разговаривали здесь. С кем? С Давыдом. А еще он приехал-то, Давыд? Да, что-то Лешке помогает там электричество. А где ты еще терял, да, это? Где нашел? Да нигде, она провалилась сюда, в кабину вон за это, а я... Палка, которая под этих весу поддерживает. Я думал, дорога выпала, а ты проехал, думаю, подобрал, наверное. Понятно. Ну что ж, пошел за лопатой. Назвался груздем, полезай в кузовок. Еду дальше, Иосиф спрашивает, а где там вот, если еще что-то важное, там конкретное. И старостепенного, и Господь обещает награду. О, Иеремия, говорю, Иеремия, да, 15:19. Из ничтожного драгоценного сделай, как мои уста. И они будут к тебе обращаться, а ты к ним не будешь обращаться. Вот такое обещание и награда. Я бы, если все написал на бумажке, отвез ему, он работает.